Видео представлено сайтом onlinegdz.net, номер 116. Докажите, что корнем уравнения 1,4 умноженное на y плюс 5 равняется 7,4 y является любое число. И во втором случае, что y минус 3 равное y не имеет корней. Итак, в первом случае корень уравнения мы получаем таким образом. Мы раскрываем скобки в левой части уравнения. 1,4 y плюс 7. И равняется 7 умножить на 1,4 y. Далее мы видим, что обе части абсолютно одинаковы. И делаем такой вывод, что если мы перенесем по правилу решения нашего уравнения все неизвестное влево, а известное вправо, то мы получим такое линейное уравнение. 0 умноженный на y равняется 0. А мы знаем, что любое число, умноженное на 0, это 0. То есть, какое бы мы значение y ни взяли, у нас всегда будет выполняться равенство, и любое число будет являться корнем уравнения. Далее, y минус 3 равняется y. Мы переносим наш y влево, а 3 вправо. Получаем следующее уравнение. 0 умноженное на y равно 3. Не может быть такого, чтобы мы умножили любое число на 0, а получили 3. Поэтому такого y не существует. Значит, уравнение не имеет корней. Больше видео подписывайтесь на наш канал и посещайте наш сайт.